Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство AUKITEL C15 Pro. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить режим энергосбережения. Итак, вначале открываем приложение «Настройки», открываем пункт «Батарея» и видим, что у нас здесь есть режим энергосбережения в режиме ожидания. Можете проверять, каким образом работает приложение, нормально, либо же ненормально. В принципе, это все. Тут нет какого-то конкретного четкого режима энергосбережения. Он вот в этом пункте как бы запрятан, да, вы можете этот режим энергосбережения включить, но он немногое дает. Больше дает комплекс. Комплекс, например, если вы будете использовать Battery Manager, если у вас будет включен режим энергосбережения в режиме ожидания. В таком случае, если весь комплекс будет включен, в таком случае ваш заряд будет утекать гораздо медленнее. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.